Всем привет, друзья, с вами Nintendo Phil, добро пожаловать на мой канал Nintendo Phil. Сегодня я вам расскажу, как открыть любой фильм в Tony Hawk Pro Skater 1+2 ремейк или Tony Hawk Pro Skater 1+2 HD, переиздание, как угодно. В общем, здесь проблема с открытием этих скейтерских кассет. Для начала, ну вот я покажу вам на примере Rudy Mullins скейтера. Для начала нужно собрать все Tony Hawk Pro Skater Points, называется очки, короче, медальки. Первые игры и во второй игре. Вот я показываю, что у меня собрано, вот здесь не собрано. Три штучки надо собрать, сейчас соберем их. Так, вот собрали три этих блямбы, три очка. И вообще за любые, короче, челленджи, которые вы выполняете при прохождении игры, вам даются призы. В том числе дается приз, вот когда вы собрали эти Tony Hawk Pro Skater Points. Теперь показываю, как открыть любой фильм за любого скейта. Итак, собрали все очки, первой и второй игре. Дальше переходите во вкладку Challenges. Вот здесь вот, где скейтер, с помощью кнопочки R1 меняете. Потом джойстиком, правым стиком меняете на значок кассеты и жмете треугольничек. Та-да! Кинцо открыто. Потом заходите в экстра, movies, тыкаете X и смотрите кинцо про скейтера. Затем в общее меню выходите, меняете скейтера, заново собираете пачки Tony Hawk Pro Skater Points в первой и второй игре, и также переходите в челленджи, жмете треугольничек на кассете, открываете каждый фильм. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, мое видео было полезным, подписывайтесь на канал. На этом канале выходят две рубрики, коротко про игры и монология кино. Это обзоры на фильмы, мое мнение о фильмах и обзор на игры. Также выходит прохождение различных игр на различных каналах. Солях, как правило, без комментариев. С вами все это время был Nintendo Phil. До новых встреч. С вами все это время был Nintendo Phil. Это была рубрика «Коротко про игры». Подписывайтесь на этот канал. На канале Nintendo Phil вы найдете полные прохождения игр. Здесь также есть рубрика «Монология кино», обзоры на фильмы. Вместе с тем я веду текстовые блоги Яндекс.Дзен «Монология кино», а еще блог о видеоиграх, который называется «Дотошный разбор». Все ссылки будут в описании.